Андрей Александрович, сегодня вы задали пакет документов в конкурсную комиссию на замещение должности мэра города Вологды. Я полностью поддерживаю это решение, потому что Вологда, столица, нуждается в поддержке, нуждается в эффективном квалифицированном руководителе в связи с тем, что накопился клубок вопросов, которые необходимо решать. Это и дефицит бюджета, это большой государственный долг, муниципальный долг нашей столицы, это работа городских предприятий. Вы имеете колоссальный опыт. В Череповце вместе со мной прошли кризис 2008 года, когда было очень сложно и экономике города, и нашим муниципальным предприятиям. Мы с честью вышли из той кризисной ситуации. Вместе с вами в правительстве Вологодской области мы успешно решали вопрос бюджетного дефицита и сбалансированности бюджета нашего региона, и тоже все поставленные задачи были выполнены. Поэтому я уверен, что и в Вологде с поставленными целями и задачами, которые необходимо будет решать в текущий период и долгосрочную перспективу, вы, безусловно, справитесь. Олег Александрович, спасибо вам за поддержку. Хотел бы еще раз высказать слова благодарности за поддержку полномочного представителя президента Российской Федерации в нашем округе Николаю Николаевичу Цуканову. Слова благодарности, поддержки моему предыдущему руководителю за то, что вы поняли и приняли мое решение, за то, что вы поддерживаете в его реализации. Действительно, у меня есть опыт работы и в муниципальном управлении, и в государственном управлении, на предприятии. Мы вместе с вами решали схожие задачи и разрешали схожие проблемы, которые имеются сегодня в городе Вологде. Ну, могу сказать, что они не уникальные, такие же проблемы есть и в других столицах некоторых наших регионов. Может быть, какие-то из этих вопросов в Вологде звучат более остро, и их придется решать более срочно и системно. Тем не менее, я чувствую уверенность, что я смогу это сделать. И надеюсь на поддержку депутатов городской, Вологодской городской думы, которые будут рассматривать предложения конкурсной комиссии. Я полностью поддерживаю ваше решение и надеюсь, что и вологжане ваше решение поддержат.